Безопасные выборы, разделить потоки людей, обеспечить всех масками и перчатками, наладить дезинфекцию. В Чувашии формируют избирательные участки и продумывают санитарно-эпидемиологические меры. Из-за коронавирусных ограничений осенние выборы пройдут в течение 3 дней – 17, 18 и 19 сентября. На выборах будут работать 28 территориальных комиссий и 1108 постоянно действующих участков. В местах временного пребывания избирателей готовятся создать 15 УИК, 13 в медицинских стационарах и 2 в следственных изоляторах. Проголосовать не смогут только пациенты, которые на день выборов окажутся в красной зоне. В тех стационарах, которые будут находиться в красной зоне, мы участки создавать не будем. Потому что жизнь людей – это более важное право, чем избирательное. Как бы мне не хотелось этого говорить, но это на самом деле так. При домовом голосовании, которое было в прошлом году, на голосование по Конституции его уже не будет. То есть во дворах, на спортивных площадках у нас избиратели проголосовать уже не смогут. Вот. Будет активно использоваться голосование на дому по заявлению. Это традиционная форма. Отличие только в том, что не только в воскресенье, но и в пятницу, в субботу. Напомню, в сентябре в республике пройдут выборы 3 уровней в Госдуму России, в Госсовет Чувашии, а также выборы в отдельных муниципальных образованиях. 110 депутатов муниципальных собраний в течение года сложили свои полномочия. Эти места пока вакантны.